Привет, друзья, с вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. Tundra Labs представила альтернативу Vive трекерам на основе SteamVR. Новый трекер, названный Tundra Tracker, меньше, дешевле и держит заряд батареи дольше. Так как он будет работать в экосистеме SteamVR, у пользователей не будет проблем использования устройства с любыми другими шлемами, использующими этот трекинг. Vive, Vive Pro, Valve Index и шлемы Pimax все будут работать с этим трекером. Tundra Labs планирует продавать трекеры дешевле альтернативы от Vive. Комплекты трекеров будут продаваться еще выгоднее. Также компания представила USB-передатчик, который позволяет подключить сразу несколько трекеров одновременно. У трекера также есть возможность удобного крепления на руку и на одежду, и компания даже думает добавить в конструкцию магниты для более удобного крепления. Трекеры Tundra появятся на Kickstarter уже в январе. В России официально появился комплект Vive Pro Secure. Отличие от обычного Vive Pro в том, что устройство гарантирует оптимальную работу при соблюдении защитных мер, одновременно отключая все беспроводные интерфейсы, камеры и микрофоны. Контроллеры можно подключить к шлему по проводу, также есть модуль Armor, оберегающий штекер кабеля от выпадания из разъема. Цена в России на комплект Secure названа не была. Разработчик игры Boneworks Брэндон Джи Ладж пообещал рассказать о предстоящих играх компании в новом году. Обещание было ответом на вопрос, появятся ли в Boneworks женские персонажи. Boneworks — это история Артура Форда, так что в Boneworks не появится. Но история вселенной не только история Артура, мы расскажем о новых играх уже скоро. Разработчики Res Infinite и Tetris Effect, студия Enhanced Games, сообщили, что их игра Humanity выйдет в 2021 году. Игра поддерживает PSVR, но и будет работать в плоском режиме. Вам надо управлять потоками людей, направляя их, преодолевая препятствия и спасая от неминуемой смерти. Выпуск создан при поддержке интернет-магазина виртуальной реальности Formula IQ, ссылка в описании. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. А в комментариях пишите ваши самые ожидаемые проекты в 2021 году. Увидимся в виртуальной реальности.